Сегодня командование 38-й железнодорожной бригады поблагодарило коллектив ГТРК Ярославия за помощь в организации видеотрансляции при проведении учений по наводке наплавного железнодорожного моста. Действие происходило на большой территории, на безопасном для людей расстоянии. Рассмотреть детали со смотровой площадки было невозможно. Наблюдать за ходом учений, находясь на одном месте, стало возможным благодаря работе наших операторов, режиссеров и инженеров. Хочу я выразить большую благодарность вам за проделанную работу, за сотрудничество, за то, что вы стойко терпели, как мы. У нас написано в уставе, стойко переносить все тяготы и лишения, да? Я знаю, что вы работаете тоже в снег, дождь, в непогоду. Благодаря вам люди видят наш, может быть, не совсем заметный, скромный труд, потому что железнодорожные войска сами по себе – это не воздушно-десантные, не мотострелки, которые стреляют, бабахают. Мы всегда где-то немножечко сзади, немножечко незаметно выполняем свою работу.